Всем привет, ребят! Привет! И добро пожаловать на канал! Мы молодая семья из Украины, которая проживает в Польше, конкретнее в городе Гдыня. И хотим сегодня вам рассказать о 20 фактах о Польше. Первый факт у нас будет подкреплен видео, так как 1/3 Польши – это леса. Из этого вытекает, что довольно часто жители Польши могут встретиться даже в городе с такими дикими животными, как кабаны, лисы, иногда даже волки, бобры и ежики. Мы не исключение, потому что мы живем в таком месте, это Трумяста на берегу Балтийского моря, и вокруг нас одни заповедники. Так что мы довольно часто встречаем этих животных. Ночное сафари. Синя побережье. Вот там прям. Да. Ого. Скажи, де ключи. Прямо тут, там, де свиня. Стій. Не, не втече. Почекай. Не видно ключів? Зараз подивимося. Почекай. Якщо що. Куди? Друга, стій. В общем, у нас друг потерял ключи там. Когда мы убегали от кабанов. И вот они сейчас их ищут. О, нашли ключи. Ура! Я просто фонариком слышу. Угу, нифига себе. Чекай, это не твой шанс. В фильме «Поворот не туда». Факт номер два – это то, что Польша – одна из самых религиозных стран в Европе. И мне кажется, что именно религия делает настроение всей страны. Более чем 90% поляк являются католиками, но также остальные 10% – это неверующие, свидетели Иеговы, протестанты, ну и другие религии. Факт номер три – поляки дуже хороші спортсмени, і за нашими спостереженнями вони дуже сильно люблять вболівати за свої команди. Наприклад, це під час футболу, так як футбол – це спорт номер один в Польщі. Факт номер чотири – першою жінкою, яка покорила другу найвищу точку планети – це гору Чигорі, або й також її називають К2, це була полька, яку звали Ванда Рудкевич у 1986 році. Сурогатне материнство в Польщі вне закону, і юридичною матір'ю новорожденного може бути лише та жінка, яка його родила. Полностью запрещены аборты, и уголовное наказание ожидает не только мать ребенка, но и врача, который сделает аборт. Факт номер 7. Польша – главный виробник яблок в Европе. Факт номер 8. Польша – основной экспортер бурштину в всьому світу. Польша – горы на юге, а море на севере. Мы как раз живем на Северном море и скажем, что это не настолько плохо, насколько может казаться. Северное море довольно интересно. Факт номер 10. У Польши є найбільша в Європі піщана пустеля, яка знаходиться недалеко від міста Катовіця. Називається вона пустеля Бландовська, і її площа складає 34 квадратних кілометри. Факт номер 11 – это то, что метро в Польше есть только в столице, это в Варшаве. В Польше дуже добре володіють англійською мовою. Из этого вытекает 13-й факт, то, что фильмы в Польше идут с оригинальной звуковой дорожкой, то есть в Польше фильмы только с польскими субтитрами в основном. И из этого же вытекает 14-й факт, то, что полный дубляж, хороший перевод есть только в польских мультиках. Ребенок, родившийся на территории Польши у родителей иммигрантов, не становится автоматически поляком. Он будет иметь такое гражданство, как и у его родителей. Например, там украинское или русское, но не польское. Факт номер 16. У місті Торунь народився відомий астроном Коперник, який доказав те, що саме Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі. Факт номер 17 – это то, что в Польше бесплатная медицина только тогда, когда вы платите налоги. То есть вы можете распечатать эту бумажку, которая называется ЗУС, которая подтверждает то, что вы действительно платите налоги, и с этой бумажкой вы можете ходить в бесплатные больницы государственные, и вам предложат доктора.
Факт номер 18 – это то, что оба родителя могут взять декретный отпуск по уходу за ребенком. То есть это довольно распространено в Европе, и вы часто можете встретить не только мам на площадках детских, но и пап, которые полноценно ухаживают за ребеночком, точно так же самое, как и мамы. Это очень необычно сначала было, но мне кажется, это довольно правильно. Факт номер 19 – это то, что проституция в Польше официально не запрещена, но официально запрещены бордели и сутенерство. Факт номер 20 – те, що в польській мові слово «овце» означає «фрукти», а не «овочі». Да, дуже часто многие путаються, і на самом деле оно означает немножечко не то, к чому привыкли. Сьогодні у нас субота і прекрасна погода, і ми собрались на Касур Хель. Ну, не в сам поселок Хель, который находится очень далеко, а в такой поселочек, как Халупи. Дуже класне місце. Ми там вже були, і нам дуже сподобалось, тому ми захотіли вернутися ще раз туди. Да, і їдемо з друзями. Да. Мы доехали до Халупи, это такой поселочек, и будем идти на пляж. Сегодня у нас погода не подводит. И позагораем. Да. И здесь просто целые городки, где живут люди в прицепах, или как они называются? Трейлеры. В трейлерах, да. Тут очень много городков по косе Хель. Так прикольно. Тут и правда, дуже-дуже багато таких місць, де можна собі розкладати кемпінг. Мы приехали, а здесь очень ветрено и очень большие волны. А я, наверное, еще разочек И перешли на другую сторону, к нашему заливу. И тут совершенно другая ситуация. Здесь море абсолютно спокойное. Штиль. А там волны высокие. Правда? Кардинально все меняется. Да. Наче мы приехали взагалі на зовсім інше море. Если честно, мы очень сильно замерзли, пока покупались в море. Там очень ветрено. И перешли на другую сторону. Здесь погрейтесь. Мы греемся, да. Так спокойно, так классно. Да, тут взагалі абсолютно так відрізняється. Причому тут перейшти буквально метрів 10. Да, сейчас ищем, где бы нам гриль сделать. Мы, получается, купались вот прямо в открытом море. Не в заливе, вот с этой стороны, а вот с этой стороны мы купались. С этой стороны. Такие волны, так было холодно. И мы перебрались на другую сторону. Здесь уже почти ветра нет. Но почти болталок невозможно снять, потому что, ну, довольно ветрено для съемок. Да. Еще мы хотим этим летом, возможно, добраться до Хеля самого. Да. Швидше за все, ми будемо добратися на паромчику. Да. А так, як це, як на наш погляд, напевно, найзручніший і найшвидший спосіб добратися.
Я надеюсь, мы хотя бы немножко загорели, потому что живем на море и белые, как сметана. Вот действительно, вот почти как эта футболка. Уже конец лета, и так хочется загореть, но сгорать, конечно, не хочется, но все же. Але ми тут знайшли місце, от якраз де ми зараз знаходимося, з цієї сторони коси. Тут майже немає вітру, тут тепло, тут є сонце, і як на наш погляд, тут знаходиться сам курорт. Да, здесь очень много таких палаточных городков. Вообще здесь, ну, пахнет туризмом. Да. Ты сюда можно добраться. Бачили, автобус ходит, и точно можно доехать спокойно потягом. Фух, вот наконец-то мы уже добираемся домой. Сейчас, не знаю, около 4 часов. 5. 5. Ого, боже, время тут совсем по-другому летит. Не как в городе. Тут очень классно, но на самом деле коса Хель, она зимой пустует. То есть здесь есть такой сезон туризма, но жить здесь никто не живет, ну как бы особо. Ну да, масово так никто тут не живе, як вона оживає якраз, коли починається курортний сезон. Коли ти в Тримясті, ти відчуваєш, наче ти живеш на морі, а коли ти приїжджаєш сюди, ти відчуваєш, що ти на курорті. Да, согласна. От ми вирішили лісочком ще напослідок прогулятися і якраз десь півтора часа нам їхати і, ну, доїдемо вже. Привіт! Все, нельзя тебе, Декстер. Доброе утречко. Привет. Сегодня у нас воскресенье. Представляете, должно было быть тучно по прогнозу погоды, но есть просветление, прояснение. Ну, будем надеяться, что дождя сегодня не будет. Да, и мы, пользуясь случаем, идем на природу, хотим снять 20 фактов о поляках и о Польше, которые вы увидели в начале видео. Да. Надеюсь, у нас получится на природе. Не хочется снимать дома. Андрюш, какая у тебя рука? Пиу-пиу. Андрюшка, 20. Сколько тебе лет? 30. Все, мы как обычно с кофе. Смотрите. Че это? Ты думаешь, так нормально или дальше? В смысле? Ну, дальше камеру или так нормально? Ну, нормально. Ты ручной ставишь, да? Так, естественно. Ты фокусируешься на моих ресницах? Да. Потому что они у меня большие. Ну, это прекрасно. Батишь, что скажешь? О, хорошо, да. Хорошо. Да, сейчас я главное, чтобы ветер нам не помешал говорить. Мы как раз с той стороны, так что можно... Вот мы пришли домой, собрались и быстренько идем в Ашан, так как Ашан сегодня работает, сегодня воскресенье, до 8. Для меня это, если честно, была новина минулого тижня. Да, мы думали, что дольше, но все-таки пересмотрели, и да, до 8 работают. У нас какая-то такая погода, если честно, мы вот 2 дня что снимаем, мы какие-то вареные. Я не знаю, надеюсь, видео получится радостное, но какое-то такое состояние предболезненное, я не знаю, это очень сложно объяснить. Не дивлячись на те, що в нас під самим будинком є магазин, який називається «Бідрянка», все одно ми віддаємо перевагу Ашану, так як на наш погляд, в Ашані краще по якості продукти. От я не скажу, що «Бідрянка» во всіх смислах – це економний магазин і дешевий магазин. От ціни, наприклад, на лосось точно такі ж, як і в Ашані, але качество, чесно, ужасне. І дуже часто я там наблюдала морожену рибу, переморожену, і потім вона вдома, коли її готували, превращалось во что-то очень невкусное и такое какое-то, да. Ну, плохое качество чувствуется, потому нам легче ездить в любые другие магазины, но только не ходить в Бедронку, которая буквально там, в минуте ходьбы от нашего дома. Ну, это так, только наше наблюдение, что там не все действительно такое дешевое, но качество... Да. Ні, ну є, звісно, якісні деякі продукти, але коштують, я скажу, також вони не дешевші, ніж в інших магазинах. Ну там можна знайти, в принципі, хороші фрукти. Я от знайшла кукурузу, вона дешевле в 2 рази, ніж в Ашані, вона дуже-дуже вкусна. От фрукти там можна знайти, ну такі от, як м'ясо, ми вже десь около року не покупаємо взагалі там м'ясо, от таку от рибу також свіжу не покупаємо, тому що на неї наш організм доволі плохо реагував. Абсолютно згодом. Так що Ашан, не беремо вас з собою. Мы вернулись с Андреем с Ашана и закупили продуктов на 100 злотых. Этих продуктов нам хватит
Ну, на 3 дня мы так рассчитываем себе примерно. То есть у нас нет таких закупок, как у людей обычно на неделю, потому что мы руководствуемся больше вкусами. И мы себе думаем, что бы мы хотели, например, на ужин такое интересненькое. Ну, то есть готовим по мере придумывания, что мы бы хотели. Да, ну, за основу мы, в принципе, берем, как мясо, але гарнир, ну, гарнир для него, например, мы докупаем уже... Да. Вот я решила, что будет овощное рагу, хватит нам на 2 дня сегодня приготовлю. Грибочки, цукини, баклажанчик, яблочки также купили, хлебушек. Вот мясо, это ножки, куриное филе, чуть больше 0,5 килограмма, и свининка, которую я тоже к рагу запеку отдельно. Йогурты мы каждое утро кушаем, то есть это нам на 2 дня хватит, с овсяночкой по одному. Ну, в общем так, яйца это на пирог. Тоже картошка на рагу. Ну и приправы, конечно, на дольше хватит. Кетчупа тоже на дольше хватит. В общем, такой небольшой набор. Вроде тащили-тащили очень много, а по сути, в принципе, кушать да и нечего. Фрукты мы докупаем все одно окремо, так как выдаем перевагу свежим фруктам. Будем мы немножечко готовить кушать, ужин и на завтра, и параллельно болтать с вами. Так как мы не вегетарианцы, в наших видео часто мелькает мясо. Сегодня мы запекаем свинину. Это жирная свинина, это какую берут карковка, это шея. Берут обычно такую на шашлык. Мы постоянно берем ее на шашлык, и дуже смачно выходит. Да, и мы ее решили запечь. Очень редко едим свинину, очень-очень редко, потому что ну, я ее лично не люблю, но иногда хочется разнообразить курицу. Замариновали мы солью вовнутрь, поразрезали мясо, запихнули туда чесночок и посыпали сверху классные наши любимые приправы. И сейчас духовочку, фольгу и духовочку. У нас очень странный кот, так как он любит морковь. Я не знаю, от чего у него такая любовь. Но он с ума сходит по оливкам и морковке. Он начинает тереться об нее. Декстер. Декстер. Мы еще не прощаемся. Мы решили, пока готовим ужин, немножко поболтать, там какие желания. И есть такая тема, которую мы хотим поднять. Их нам декілька. Тема номер 1 – це те, як ми підтримуємо зв'язок з нашими рідними і близькими, які знаходяться зараз в Україні. Да, і також нас коли-то спрашивали, правда, давно, или сложно это пережить. Ну, скажу так, що ми дуже близькі з нашими родителями. Ми коли жили ще в Україні, дуже часто виділися, зазванювалися. Ну, в общем, у нас дуже теплі, класні і дружні відносини. И было на самом деле довольно тяжело все как-то так просто оторвать и переехать в другую страну. Ну, если вы привязаны к родителям, да, к их общению, это тяжело, это сложно. Да, особенно в первых месяцах 2-3, это было самое важное, я думаю. Да, да, очень было сложно на самом деле. Вот скайп – это спасение. Я раньше даже не устанавливала себе скайп, когда жила в Украине, не видела абсолютно никакого смысла. Сейчас я просто обожаю скайп, потому что, ну, созваниваемся мы в основном по скайпу. Тим більше, особливо, якщо користуватися відеозв'язком, не просто самими дзвінками, то я скажу, це набагато полегшує. Просто можна хоч побачити взагалі обличчя, побачити емоції, і це дуже круто. Ну, бывают, конечно, перебои с скайпом с нашей стороны, либо же со стороны родителей, и это невыносимо, потому что либо ты не слышишь, либо ты не видишь. В общем, перебои достаточно частое явление почему-то. Я часто с этим сталкиваюсь, и иногда даже разговор просто не клеится, и пух, просто такое какое-то. Але коли в нас перебої трапляються з звичайним нашим інтернетом, ми використовуємо наш мобільний інтернет, тобто ми підключаємося, ну, робимо телефон як точку доступу до інтернету, підключаємося з нашого ноута до телефона і так телефонуємо через скайп. Да, я совсем недавно это для себя открыла. Мне кажется, болезнь многих жен программистов – это то, что они абсолютно не дружат с техникой и с этими всеми связями с космосом. В общем, но я подключила недавно с мобильного интернета в скайпе, была замечательная связь. У нас мобильный оператор Play. Он крутой, ну, на самом деле крутой. Мне нравится Play. Полностью абсолютно всем устраивает. Да. Ну, правда, ми ще подумуємо перейти на контракт, так як в них можна за 50 злотів отримувати в місяць безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки, безлімітні смски. І я, ну, ми задумуємося про те, що також це має сенс. І ще також є плюс Play, який нам дуже сподобався, те, що буквально, знаємо, декілька місяців тому ми побачили, що є акція, де можна її підключити, яку можна підключити, і яка дає можливість дешево телефонувати в Україну. Ну, не просто телефонувати, а навіть відправляти смски. Тобто, на смски коштує 29 грошей. І
Дзвінки також по 29 грошей за одну хвилину. Це... І з іншої сторони, якщо хтось бере з України трубочку, вони не платять. Да, счета, да, да, то да, есть, знімають тільки з одної сторони, наприклад, з нашої, з Польщі. В общем, почему-то я подумала, что эту акцию не нужно подключать, и позвонила просто так маме, у меня абсолютно все деньги сняли на счету. Да, то есть с таким успехом спокойно 10 злотых, напевно, можешь съесть хвилину за 4. Да, так что эту акцию нужно подключать, это очень выгодно, потому что иногда, вы сами понимаете, скайп он глючит, да, а вот у меня паника, если я не вижу родителей в положенное время, как мы договариваемся созвониться, я сразу же звоню, и это мне как-то легче. Может быть, там перебои с интернетом, со светом. Ну и взагалі просто можно набрати, зателефонувати. Не потрібно чекати в скайпі, можливо, десь на відпустці знаходяться батьки. Щоб з ними зв'язатися, можна просто передзвонити на їхній мобільний оператор. Да, так що, якщо ви не знали, дуже класний такий большой-большой плюс. І, на щастя, також в Україні зараз з'являється 3G інтернет, тобто він вже майже доступний усіх, тим більше, якщо ви користуєтесь там Київстаром. І можна собі встановлювати різні вайбери, і можна телефонувати також на вайбер, якщо у ваших батьків є. Да, так, Андрій так з мамою зв'язується по вайберу дуже часто. Да. Ну, тому що це чому б не варіант, якщо можна, якщо є безкоштовний інтернет, наприклад, у оператора і у вас є, то чому б не зв'язуватися? В общем, связь держать вполне удобно, комфортно, вам ничего не мешает, если вы действительно этого хотите. Да, это, конечно, не живое общение, мы очень соскучились за живым общением и очень хотим уже увидеть своих родителей, это очень долгожданно, этих слов очень-очень много. Но да, але як наші батьки говорять, що зараз по скайпам, коли ми з ними спілкуємося, вони нас частіше бачать, ніж ми були в Україні. В общем, не знаю, ми какие-то такі барьоны два дня, правда? Это как-то необъяснимо. Да. Таке відчуття, наче, ну, я особисто наче прихворів. Хоча я в це не вірю, але все ж таки, наче десь далеко прокрадається це маленьке зернятко. Кстати, что хотели сказать по поводу болезни, вот вроде бы как Балтика, север Польши, да, здесь холода, здесь такие ветра, и я вам передать не могу иногда, что у тебя на голове творится, когда ты выходишь, со всех сторон просто дует, но это... Закаляет? Ну, это, возможно, закаляет, но мы не болеем. Вот я вчера забегала в холодное, холоднющее море, оно не прогрето абсолютно, и мне было классно, то есть я себя не чувствую больной, это... Да. И мы не болели сколько? Два года? Да? Полтора где-то года. Да, полтора года, когда мы не хворили. Ну, то есть как бы мы не намокали, не простужались, нас не отдувало ветром, и мороженое холодное ели, пили холодную воду, в общем. И с больными, ну, людьми, там, с простудой, да, насморком мы общались очень близко. И, ну, ни разу почему-то вот как-то так наш организм настолько принял этот климат. И даже отсюда вот уезжать, переезжать куда-то не хочется даже из-за этого. Вот, потому что, да, действительно, организм твой принял этот климат, и ты не болеешь. Это круто. Да, я абсолютно згоден, так как в Украине, ну, я не скажу, что мы... Я очень много хворів. Да, Крина хворів. Як мінімум тричі в рік хворів, але тут за півтора роки один раз, для мене це дуже дивно і це дійсно круто. Ні, ну я не скажу, що тут в нас немає таких як симптомів простуди. Тобто в нас буває часом. Часом буває, горло може щось захворіти. Часом можна покашляти, але відпитись можна гарячим чаєм, відігрітися. І на слідуючий день абсолютно як новенький. Тобто таки ти вже злягаєш спати, ти вже думаєш, все, я наче захворів. Зранку прокинувся, пішовся на роботу, іначе нічого не було ввечері. Ну, довольно много наших знакомых, наоборот, заметили то, что они, ну, намного чаще стали именно здесь болеть, а в Украине меньше. То есть, ну, это зависит от человека. Многим очень не подходит этот климат, и говорят, что многие не вылазят просто из болезни здесь, потому что ветра постоянные. Ты нашла Декстера? Ой, как он тянется, потёпленький. Тепленький, что? Что значит тепленький, что? Ну, він обично класний. Ви чуєте? Каже, тепленький. От наш котик. Дуже часто його просять показувати, але він дуже часто у нас спить, а ночі гуляє. Ну, в смысле, скаче. Я свій характер. Ми сподіваємося, вам понравилось це відео. Ми дуже постарались знайти 20 фактів о Польщі. Таких цікавих, де, ну, які ми дуже рідко слышали некоторые. И на этом, пожалуй, все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И пока-пока, до новых встреч, совсем скоро. Па-па! Привет! Помощник, а, ты чё? А, вот эти поставил здесь в один, сколько? 7, да? Чё, 6? Ну, нет, серьезно.